Уважаемые коллеги, наш следующий блок посвящен педагогическому контролю. Дополнительное образование – уникальная сфера, обладающая рядом особенностей, которые очень ярко раскрываются именно при рассмотрении результатов освоения общеобразовательных программ, но вызывают определенные сложности в организации процесса контроля за образовательным процессом. Самый простой путь подбора цифровых инструментов контроля – это перевод существующих форм контроля в онлайн-формат. Обычные тесты становятся онлайн-викторинами, выставки творческих работ превращаются в онлайн-выставки и так далее. Такой ракурс рассмотрения самой формы контроля существенно облегчает и поиск подходящего цифрового инструмента. Но педагогический контроль подразумевает еще анализ и интерпретацию результатов. Поэтому педагогу необходимы не только инструменты сбора информации, но и инструменты, позволяющие вести статистические расчеты, а также обладающие возможностью накапливать и хранить информацию. Так как главная роль в оценивании результатов обучения принадлежит педагогу, то и ответственность за ее проведение лежит на нем. Оптимизировать этот процесс помогают цифровые технологии. Многие педагоги сегодня используют возможности отдельных цифровых ресурсов, адаптируя их к своей программе. Мы сегодня хотим познакомить вас не с отдельным инструментом контроля, а с цифровыми ресурсами, в которых эта функция предусмотрена. Если для системы основного образования использование образовательных интернет-порталов становится уже нормой, то для дополнительного образования это начальный этап, интересный и достаточно успешный. О реализации в отделе изобразительного и декоративно-прикладного искусства дополнительных общеобразовательных программ с помощью портала DO2 пойдет речь в этом блоке. Подробнее об этом расскажут сами педагоги. Уважаемые коллеги, хочу поделиться опытом реализации программы художественной направленности «Силуэт». На слайде продемонстрирован скриншот, размещенный на образовательном портале дистанционного образования дополнительной общеобразовательной программы «Силуэт». Краткая аннотация дает четкое представление о цели ее реализации и конкретизирует планируемые педагогом результаты. Логично, что образовательный процесс направлен на последовательное изучение тем и приобретение детьми необходимых знаний и умений. Необходимым условием достижения результативности в освоении программы и в то же время показателем эффективности реализуемой программы обучения является контроль освоения детьми предложенного педагогом материала. Желтым маркером выделены контрольные задания. Обратите внимание, задания разнообразны. Это не просто тесты или опросы, а задания для индивидуальной работы и задания, направленные на совместную работу всех учащихся. Задания, отражающие развитие метапредметных компетенций и предметной грамотности учащихся. Количество заданий, степень их сложности, критерии оценивания, параметры, которые можно менять в течение реализации программы, столько раз, сколько посчитает нужным педагог. Количество вариантов можно определяться как индивидуальным подходом к каждому из учащихся, так и особенностями или сложностью изучаемого материала. Для примера на слайде показан вариант размещения на портале задания для самостоятельной работы. В верхней части слайда размещен текст, который видит учащийся, информация в нижней части для педагога. Как видно на скриншоте страницы, есть возможность видеть общую картину выполнения работы всей группы, так и возможность более подробного просмотра при нажатии кнопки «Просмотр всех ответов». Информация, которую видит педагог при переходе в данный режим, представлена на следующем слайде. Слева представлен полный списочный состав группы с выставленными оценками за самостоятельную работу. В данном случае оценки выставляются педагогом. Обращаю внимание, что для каждого задания вопрос способа и параметров оценивания регулируется педагогом. Рядом с оценкой расположена кнопка, позволяющая перейти в режим редактирования и при необходимости продлить срок выполнения работы или добавить еще одну возможность выполнить задание. И в случае более успешного выполнения изменить оценку. Свой отзыв о работе или замечание педагог может разместить в специальном окне. Справа на слайде размещен скриншот рабочей страницы оценивания работы конкретного учащегося. Автоматический вариант оценивания работ учащихся представлен на следующем слайде. Проведение тестовых работ – это один из наиболее часто применяемых педагогом способов контроля освоения учащимися разделов или тем общеобразовательной программы. Портал DO2 не является исключением.
и в арсенале педагога имеется большое количество инструментов для создания интересного ресурса. На слайде представлены лишь несколько скриншотов страниц, которые доступны педагогу для просмотра результатов проведенного теста. В верхнем правом углу продемонстрировано вертикальное меню, которое позволяет получить полные сведения о результатах тестирования. В верхнем левом углу представлен общий отчет. Видно количество учащихся, прошедших и не прошедших тестирования. Для более детального анализа можно воспользоваться специальными настройками. Скриншот слева внизу. И получить возможность контролировать количество попыток, просматривать неудачные, чтобы выявить вопросы, вызывающие затруднения у учащихся. Хочу остановиться на еще одной интересной возможности. Это просмотр незавершенных попыток, находящихся в процессе. На скриншоте справа внизу зафиксирована ситуация, когда на часть вопросов дан ответ, а над одним учащийся думает. Это важный аспект с педагогической точки зрения. В данной ситуации проявляются наряду с предметными результатами личностные, желание дать правильный ответ, уверенность или неуверенность в собственных знаниях. Что, несомненно, важно знать педагогу, заинтересованному в достижении цели своей общеобразовательной программы. Хочется остановиться еще на одном скриншоте тестовой работы, подтверждающей мысль, что грамотно организованный контроль является необходимым условием результативности освоения дополнительной общеобразовательной программы. На слайде представлен вариант пройденного теста одним из учащихся. Так свой результат видит сам ребенок. Слева в виде красных, зеленых и оранжевых карточек, являющихся одновременно навигатором по тесту, отражены ответы – правильные, неправильные и частично правильные. Справа показан вариант ответа, в котором допущена ошибка и оценочный балл за данный вопрос. Следовательно, учащийся сам может проанализировать свои ошибки, разобрать вопросы, являющиеся сложными, и перейти еще раз к выполнению теста более успешно. Что и делают учащиеся. Возможность исправить ситуацию, добиться успеха, как мне кажется, один из лучших способов повышения мотивации к освоению учебного материала. Имеет смысл обратить внимание еще на одну возможность образовательного портала. Это организация совместной работы. В данном случае создание глоссария основных терминов, знание которых необходимо для освоения дополнительной общеобразовательной программы. Это вариант, когда при совместной деятельности вклад каждого участника можно оценить объективно, при четко сформулированной задаче. Каждый учащийся должен дать определение, например, 10 терминам по изученной теме, что будет оценено в 100 баллов. Глоссарий находится в общем доступе группы и используется на занятиях. Таким образом, каждый несет ответственность перед всей группой, но моральная сторона подкреплена оценочной. Таким образом, и в данном случае контроль несет мотивационную составляющую. Подведу небольшой итог первого опыта использования образовательного портала при организации контроля освоения программы. Обращаю ваше внимание, что оценочные средства, традиционно используемые в системе дополнительного образования, дополняются возможностями портала, которые не изменяют привычного подхода, но дают возможность педагогу оценить не только успешность детей, но и доступность и актуальность собственной программы. С этой задачей, как вы видели, успешно справляется обширный инструментарий. На слайде представлены разнообразные ресурсы, которые педагог может использовать в работе. Важно, что оценить можно не только контрольные задания, но и проанализировать время, затраченное учащимися на изучение теоретической части учебного материала. На портале предусмотрена удобная навигация, позволяющая получить необходимую информацию. Выбрав меню настроек кнопку «Управление курсом», можно получить отчет по прохождению учащимися дополнительной программы. Образовательный портал ДО2 позволяет использовать автоматически созданную таблицу контроля результатов в любом удобном формате. Можно увидеть время, затраченное учащимися на освоение темы и количество обращений к изучаемому материалу. Скриншот расположен в верхнем левом углу слайда. А также просмотреть сводную и индивидуальную таблицу оценки. Скриншоты расположены внизу слайда. Важно, что параметры оценивания педагог задает сам, исходя из уровня сложности или важности выполнения заданий. В дополнительном образовании результативность освоения программы связана не только с получением учащимися предметных знаний, но и с развитием личностных качеств ребенка. Другими словами, динамикой личностных достижений, к которым относится ответственность, умение преодолевать трудности, умение работать в группе и умение объективно оценивать себя. Расположенный на портале журнал оценок и событий, скриншот в верхнем правом углу,
На мой взгляд, наиболее эффективное и универсальное средство оценивания и учета личностных метапредметных и предметных достижений учащихся, в том числе и творческих. Возможность получения индивидуальных оценок, баллов ориентирует детей не только на процесс оценивания, но и самооценивания. Основным смыслом для ребенка становится возможность показать все, на что он способен. Возможность создания на портале коллективных заданий и оценка уровня вклада каждого учащегося дает возможность детям наглядно в цифрах увидеть результат собственной работы. Таким образом, может решаться задача диагностирования личностного роста, как оценка развития системы отношений учащегося с самим собой и с группой сверстников в рамках освоения определенного вида деятельности. Несомненно, возможность получать достоверные данные по таким параметрам, как уровень освоения дополнительных общеобразовательных программ, востребованность программ, личностные достижения учащихся и сводного отчета за любой период времени, должна сыграть положительную роль в повышении уровня качества образовательного процесса как для отдельного педагога, так и для всего учреждения в целом. Грамотно организованный при помощи портала DO2 контроль важен для всех участников образовательного процесса. Результаты этого процесса отображены на схеме слайда.